В Уфе продолжат испытания трамвая нового поколения, произведенного на екатеринбургском заводе «Уралтрансмаш». В столицу Башкортостана транспорт поступил весной этого года, однако из-за сложной эпидемситуации его работа была ограничена. Пассажиропоток был минимальным. Поэтому протестировать электротранспорт на полной мощности не удалось. Курсировать современный трамвай будет в южной части города. Как рассказали в управлении электротранспорта Уфы, техника соответствует всем требованиям безопасности и комфорта. Она оборудована системами ГЛОНАСС, видеонаблюдения, кондиционером, антивандальными сиденьями и электронным табло. Кроме того, в салоне предусмотрены специальные площадки для детских и инвалидных колясок. Изначально предполагалось, что трамвай в тестовом режиме в Уфе будет работать в течение 2 месяцев. Если после обкатки получит одобрение, жители и городские власти закупят еще несколько таких машин. Стоимость одного подвижного состава – 30 миллионов рублей. На основании завершения уже ходовых испытаний будут подготовлены техзадания, которые будут включать в себя требования, применимые непосредственно для нашего города, и все эксплуатационные характеристики. И предполагается, что в следующем квартале руководство МОЭД будет встречаться с представителями завода «Уралтрансмаш» для вопросов обсуждения дальнейшего сотрудничества. Но всего в управлении электротранспорта есть 110 трамваев и 150 троллейбусов. Износ техники составляет 97%. Последнее обновление парка проводилось в 2012 году.